Привет, друзья! Вот у нас уже встает река. Не знаю, насколько лед крепок. Иду в одно местечко, где там практически нет течения, потому что вот она еще не везде замерзла. Буду пробовать смотреть. Просто иду на проверку. Есть лед, попробую порыбачить. Нет, значит, ничего не получится. Морозы у нас еще только. Как тут что? Все будет видно. Но не терпится, там есть местечко неплохое одно. Но тут края-то хорошо уже примерзли. Вот, иду спокойно, даже не трещат. Ну а тут вот, еще вот не замерзший. Текуха, только встает. По закрайку можно пройти. Ну ладно, смотрите. Красота, погода стоит. Отлично, легкий морозец. Все класс. Будем смотреть, что получится. Вон тут еще полони какие. С вами канал «Карелия. Все рыбалки и не только». Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. По поводу отдыха пишите на страницу ВКонтакте. Самое интересное впереди. Пришел. Лед, оказывается, уже сантиметров. Сантиметров 10, наверное. Ну, больше 5, во всяком случае, не везде. Ну, пока вот здесь вот пробурил, лед есть, значит, и тут будет. Сейчас буду пробовать рыбачить сначала. Там прикормлюсь, может, плотву найду, может, еще что-нибудь. То есть все будет видно, что и как. Все увидеть. Ну, буду пробовать. Два окушка я поймал, одного ничего, одно как живца. Сейчас вот пробурился, нашел свал, вот глубину. Сейчас прикормлю лунки, поставлю удочки на плотву. Если сегодня поймаю, если она подойдет все-таки к вечеру, то поставлю жерлиц. Если не подойдет, значит, придется еще раз сюда приходить, когда она соберет это все. Что плотва может собраться не сразу же есть. В прошлом году со второго раза я приехал, только поймал здесь. Не всегда она сразу приходит. Бывает и сразу, бывает. Было у меня такое. Сейчас три луночки покормлю, две удочки поставлю. Посмотрим, что будет. Так. Одна есть. И запихаем вот так вот еще. Пусть вот так еще упадет. Пойдем дальше. Вот так вот я прикормлюсь. Ну, окунек клюнул. Ну, вот эти вот три. Вот глубина тут. Вот первая только поглубже. Это вот три лунки у меня глубиной одинаковые. Надо пробовать. Что тут будет? Прикорпы я делаю сам, ну тут и покупная есть, и еще варю кашу. Геркулеса немного добавляю, хлопья, чтобы частицы как бы какие-то тонули, какие-то всплывали. Учить тут не надо никого, у всех уже есть свои навыки, кто как что кормит. Так, главное по центру, чтобы кормушка встала, чтобы под лункой скрыть ее. Вот так. Ну и немножко так подсыпем. Пусть она валится туда. Подманивается со стороны. Ну, вот сейчас третью прикормлю, поставлю удочки. Буду бегать еще окунька искать. Плотву я нашел все-таки. Собрал.
Вот уже 4 плотвички, видите? Но на камеру никак она не хочет ловиться. Вот. Опа! Есть, ребята, вот она. Вот он и живчик, слава богу. Ну, значит, поставлю сегодня жерец, посмотрю, сколько я поймаю. Наесть, но берет аккуратно. Да, интересно. Опа! О! Это какой? О, какая! Посмотрите, какая плотва! Ничего себе! Съедобная даже. Хо-хо, красиво. Красиво берет. Вот она. О, ребят. О, какая плотва. Вы посмотрите, какая плотва берет. Классно. Здорово. Да что такое? Вот она какая, ребят. Вот эта плотвичка. Просто прелесть, не рыба. Замерз, тормоз, сказал мне в этом катушке. А, она вообще у меня, наверное, пружинка сломалась, вот в чем дело. Она туда провалилась. Эти удочки все хороши, но вот эти пружинки металлические, они ржавеют и ломаются. Вот она. Это отлично. Хорошая плотвичка. Красота. Ну ладно, значит, поставим жерлицы. Да что такое? Вот она. Какая плотвичка хорошая. Ну, ребята, жуцов я уже наловил. Я жерец немножко взял. Ух ты. Обманула. Окунька одного хорошего тут взял. Вот. Тут что-то мелкое. А, окунечек. Ну, этого окунька мы отпустим. Он нам не нужен. Такой. Так, десяток я, по-моему, поймал. Еще немножко поймать. Еще штук пяток и мне хватит. Вот он, вот и жрец, самый жрец, само то. Ну, попробуем. Делайте вот такой плавный подъем. С большими покачиваниями. Все. О, какая. Плотвичка тут как тут. Отлично, все сработало. Все классно. Мелочи ли?
Вот она. Да не мелочь, это я косячу. Вот она хорошая. Вон какая. Да что? Берет прямо, только давай. Раскаркался ворон. Да что такое? Это... Вот. Да, вот мелковато. Видите, какая плотичка. Такое, конечно, сложно подсечь. Ну, посмотрим, может, на живца не хватит. У меня еще дома коты. Конечно, будут ли они это еще есть, непонятно. Вот он. А, вот какая подошла. Зараза. Вот это у меня тыркала, а я поймать не могу. Это очень миленькая. О, еще одна. Вот это нечешная. Это нечешный живечек. Выхватил. О, какой! Ребят, видите, вот эта плотина. Ну, кидаю пока в ведро, там будет видно. И это на живца пойдет. Как говорил у меня один приятель, чем крупнее наживка, тем будет крупнее хищник. Интересно, то по дну стучишь. И вот она, ее дразнишь. И вот потом она начинает клевать. Она есть, но она надо подбирать. Вот подбирать игру, 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 еще раз игру. Подбираешь, тогда она активнее берет. О, она уже сидит. Мелочевочка, ну сидит. Странно, интересно клюет. Очень интересно клюет. Ну что, опять ставлю свои любимые жерлицы. Я не знаю, они мне нравятся, то, что быстро ставится. Вот одинарный крючок, как всегда говорю, вот он. Все. Вот, смотрите, пошло. Вот нашел дно. Вот оно дно. Доматываю. Я считаю, раз, два, три, четыре, пять. А это сопроизвольно. Могу пять, могу шесть, могу сколько хочу. Наживляю резинку. Все, ребят, жерлица готова. Теперь берем живца. Вот такого. Вот, смотрите, вот прокалываю здесь, чуть пониже, вот, если видно. Вот. Просовываю и завожу вот сюда под жабры. Одинарный крючок. Вот он. Все, ребят, жерлица у меня готова. Все, отпускаю плотвину туда. Все, процесс пошел. Вот, в принципе, вся установка. Все. Опа. О. Вот собралась плотвы. Отлично. Сейчас половлю. Жерлицы я поставил. Сейчас половлю плотвички вместе с вами, ребят. Ай, какая красота.
когда все собираешь, все правильно делаешь. Вот она, красавица. Самые живчики. Да. Прелестная рыбалка. О, как. Как с пулемета. Вот она. Как выложила, подняла прям. Да, в том году я с первого раза не собрал. В этом году, вот смотрите, сразу. Вот, год от года все время разный. Вот она. Она уже есть. Тут мелковатая совсем. Надо повыше. Ну, сегодня и котов накормлю. И своих, и в деревне там. Это уже, о, побольше блатвичка. Так, надо табуреточку взять. Уже коленки болят. Сидеть, хоть душу отвести. Блатвички подергать. Вот мормышка, как я вам говорил, просто шарик и все. Я не заморачиваюсь, там форма, цвет. Шарик и все, этого достаточно. Вот она. Вот она. Опа. Хорошо берет. Жарится, молчат. Ну, будет завтра видно. Я сегодня, видите, поздновато пришел. Вот она. Ах, какая хороша-то, ребята. О, какая красавица. Иди сюда, ведерка. Интересно. Ну, только шпаришь. Под вечер, как вышло. Живчик. Ну, что-то заморожено налима. Скоро уже озеро станет. Надо заморозить плотвички, чтобы сразу прийти там на налимчика где-то поставить. Вот он. Вот она. Окуня пока нет, но окунь тут тоже выходит. И неплохой окушок выходит. Вот он. Вот он. Мелкая много плоту в чем-то. Пойдет, ну налима все пойдет. Ух ты! А не, вот она мелкая. Да, вот это уже более-менее. Что вытворяет? Вот она, вот это уже.
О, какая ровненькая плотвичка, а. Классно выкладывает вообще прям. Вот она. Вот она. Вот она. Оп. Вот она. Вот она. О! Какая ровненькая плотвичка. Вот она. О, это вообще отлично. Красавицы. Жерлицы молчат, как пушки стоят. Вот. Мелочевочка. Вот она. Ну это вообще, ребята, о какая. Ху-ху-ху. Вот это сковородничка. На сковородку даже пойдет. Зимняя плотва вкусная пожарить. О! А вот внизу дна мелкая. Совсем была мелочь замочила. А сейчас повыше стал, покрупнее пошла. О! Сразу. Оп. Живчик. Живчик на живчик. О, видите, и сразу покрупней, и поклевка такая прям. Фух. Ну-ка, сейчас я сразу вверху. О, теперь снизу. О, какая. Ху-ху-ху, красотка. Что вытворяет? О, вот это вот хорошо, ребята. О, какая уже. Покрупнее. На плотва она берет так активнее, лучше. Покрупнее. Мелочи-то пук-чик-пык.
О, выложила красиво, прям подняла. Вот. Ну, тоже не крупно, мелочи много. Надо, наверное, уже подзавязывать. Сидел, дал, жерлица одна сработала. И не заметил, когда. Сейчас посмотрим. Не видел, когда. Давно не услышал. Не дораспустила, бросила. А почему, не знаю. Вот. Ну что, надо пробовать. О, щупачок. Небольшой карандашик, но все равно взялся. Вот такой вот щучка. Красота. Значит, есть, берет. Сейчас перенаживим. Ну все, друзья, буду собираться домой. Скоро уже стемнеет. Ну вот так вот я порыбачил сегодня. Видите, сколько плотвы надергал, нашел. Три окушка. Окуньки такие вот небольшие, но все равно вот съедобный окунек. Щучка не крупная одна взялась. Ну, на уху есть. Можно плотвички отобрать, пожарить. Так живец, конечно. Живчик хорошо. Я его приморожу, потом на налима пойду, пока я там расклюю. Уже будет готовый. Ну, что, потихоньку озеро тоже встает. Не знаю, когда встанет, как тут морозы. Пока подмораживает. Ну все, на этом буду заканчивать свою рыбалку. Буду собираться потихоньку. Ну, всем удачи. И до свидания.